Всем привет, мои дорогие! Я немножечко приболела и понимаю, что вебинар провести у меня не особо-то хорошо получится. Поэтому я сейчас, чтобы вам меня долго не ждать, с удовольствием разыграю конкурс. Конкурс называется, как обычно, по традиции. Мы с вами разыгрываем 5000 рублей между 5 участниками, которые получили сертификаты по окончанию курса по активному росту. Ваша задача под видео написать, чем вам помог активный рост, чем он вам был полезен, что вам не хватило, что вам понравилось. То есть прошу вас описать все ваши впечатления, пусть даже текст будет длинный. Я буду только рада. Ссылочку на данный плейлист, на ваши дипломы я, конечно же, вышлю по чатам активного роста, по рабочему и не по рабочему, да, по прошлому чату. Вот, а сейчас мне бы просто хотелось разыграть между вами 5000 рублей. И не забывайте, что у меня есть 5 карточек «Твой бонус», и сегодня вечером я обязательно вам, кто заполнил новую табличку по активному росту, отчитался по заданиям, я обязательно между вами эти карточки поделю и обязательно вышлю каждому в личку. Вот, и мы с вами будем отписываться в чат активного роста, что же вам попалось, да, поэтому я думаю, у нас с вами сегодня будет очень интересный вечер. Рекрутинг мы с вами, да, разбавим немножечко денежными призами, вот, поэтому, да, даже те, кто еще не заполнил табличку, старайтесь заполнить, да, то есть я вас очень-очень предупреждаю, вот, и давайте же с вами начнем. Я сейчас при вас загуглю генератор чисел, чтобы вы видели, что все честно, да, нажимаю Enter, оно прогружается, и захожу в первый попавшийся генератор чисел. В принципе, это вещь легкая. Да, у нас с вами идет 14 участников, от 1 до 14. Давайте с вами перепроверим. Да, то есть это первый участник. А, 16, да, 16. Вот видите, я ошиблась. Вот, 16 участников. Давайте же с вами поздравим эти 16 участников. Во-первых, это Окунева Снежана. Поздравляется и награждается дипломом от проекта. Это Закрылин Константин. Огромный молодец, активный, ходит на все вебинары. Умничка. Вот, Паладий Валентиночка. Поздравляем, желаем дальнейших успехов. Приглашаем поскорее в чат топ-лидеров, в директорский состав всех. Далее, значит, Панскеп Наталья. Молодец, не первый диплом Наталья от нас получает. Ждем Наташу в совете директоров. Уже 3000 баллов не за горами. Ольга Кравцун. Огромная умница. А тоже уже не первый раз получает диплом. Колпакова Татьяна получила у нас диплом. Губарева Елена. Тевалюк Зинаида, огромная молодец, она даже помогает новичкам в чате, отвечает на многие вопросы. Вот, Панева Юлия, тоже умница, впервые получает диплом. Данилевская Маргарита получила у нас диплом, очень красивое имя. Климкович Танюша, тоже уже не первый дипломчик получает, ждем Танюшу в совете директоров. Черкашина Наталья получила у нас с вами диплом. Кошкарева Елена получила диплом. Вебер Виктория, тоже очень активная девушка, пишет мне, переписываемся, умница, красавица. Татьяна Подерина получила диплом, поздравляем. Бондарева Елена получила диплом, участница конкурса «Изюминка», очень активно участвует в каждом конкурсе, активно участвует в заданиях по активному росту, активно обучается, огромная молодец. Окунева Снежана, ну, это уже номер один. Итак, у нас с вами 16 участников. Пойдем же с вами в наш генератор чисел. Я переправлю на число 16. И, конечно же, выбираю 5 случайных чисел, которые получат по 1000 рублей на свой регистрационный номер. Вот такие вот умницы у нас девчонки сейчас будут, выиграют, да, просто так, за то, что обучались, за то, что росли, за то, что
заполняли табличку по активному росту. Итак, давайте же будем генерировать. Та-да-да-дам! Да, это число у нас 2, число 14, так, 13, 5 и 4. Ну, давайте же с вами посмотрим по порядочку. Значит, первый у нас участник это под номером 2. Так, это Закрылин Костя. Да, Закрылин Костя. Закрылин Константин. Вот. Далее у нас с вами идет участник под номером 4. Это Панскеп Наталья. Далее у нас с вами идет участник под номером 5. Это Ольга Кравцон. Я всех записываю, чтобы не забыть. Ольга Кравцон. И далее у нас номер 13. Да, давайте же посмотрим. Да, вот тут я смотрю номера, если кому-то непонятно. Это Кошкарева Елена. Кошкарева Елена, вот, молодцы, молодцы победители. И номер 14, это Вебер Виктория. По-моему, Вебер Виктория у меня уже не первый раз выигрывает. Виктория, отпишись, пожалуйста, да. Ну и, конечно же, дорогие участники активного роста, все, кто выиграл, вы сейчас на свои рек-номера получите денежку. Вот, и очень-очень вас прошу выслать мне свои фотографии в личку. И причем, так как я провожу очень много конкурсов, чтобы вы написали, что вы выиграли в розыгрыше по активному росту по диплому. Ну что ж, всех поздравляю, все огромные молодцы. Еще раз прошу прощения, да, за то, что приболела, но часовой вебинар я не проведу, сильный кашель. Но вы знаете, очень расстраиваюсь из-за этого. Я, знаете, как я люблю проводить вебинары. Вот, поэтому, ну, хотя бы так. Хотя бы так пока, да, потому что откладывать уже некогда. Завтра мы уже садимся в поезд и уезжаем сначала на нашу мини-ассамблею, а потом на ассамблею в Фаберлик, потом мы пойдем на истории вживую, будем смотреть истории успеха лидеров высоких рангов, а потом 2 октября мы уже взлетаем в Доминикану. Вот, и, конечно же, мой день рождения в этом году будет самый-самый длинный, да, то есть я его начну в Москве, а потом я проведу 12 часов в перелете в самолете, а потом я его проведу уже в Доминикане. Классный подарок от компании. И, конечно же, наша с вами цель – это минимально золотой директор. Всех зову не только в директорский состав поскорее, да, но и зову в драгоценный состав проекта, как минимально золото. Знаете, для чего? Для того, чтобы вы не только могли зарабатывать хорошие деньги, а для того, чтобы вы поняли, что в вашей команде уже есть 3 директора, и все реально, да, и еще, конечно же, для того, чтобы мы все с вами вместе могли ездить и путешествовать за счет компаний в разные страны мира каждый год более чем на 10 дней. Всем желаю роста, везения, во всем вдохновения, дорогие наши дипломированные специалисты, я вас поздравляю и, конечно же, как минимум жду вас в драгоценном составе проекта. Все реально, если в это поверить, то, конечно же, все реально. Всех целую, победителей еще раз поздравляю, огромные молодцы!